Под Петербургом произошла почти шекспировская драма. Мужчина застал свою гражданскую жену с любовником, соседом по квартире, который, к тому же, на 17 лет моложе дамы. Возможно, та уже давала повод себя подозревать. Иначе сложно объяснить, зачем по ночам ее муж смотрел в замочную скважину в двери соседа. Увиденное через нее 16 ноября заставило взяться за нож. Через замочную скважину увидел, как моя сожительница изменяет соседом Сашей. Я почувствовал душевную боль, боль в груди, ком в горле, помутнение рассудка. Пошел на кухню, взял ножик, выбил дверь с ноги и стал наносить удары. Подозреваемый, находясь в квартире, расположенной в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области, нанес не менее 3 ударов ножом в область жизненно важных органов мужчине и не менее 1 удара ножом женщине. Однако не довел свой умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. У мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.